И футбольные болельщики из Европы уже начали слетаться в Украину на финал Лиги чемпионов. Главное клубное футбольное событие Европы состоится 26 мая в Киеве. Некоторые фанаты решили приехать в Украину заранее, и часть из них начнут свое путешествие именно с Одессы. I'm just in for the Rugby Sevens this week, and then I will be my comeback for the Champions League final here. I think Liverpool should nearly win the superstar Mohamed Salah. They might just give him the edge. And they're playing very well in the Champions League, and they're concentrating on this game. It's their last previous few games in England. I think they were kind of mining their players with this game in mind. You know what I mean? So I think Liverpool might have the edge. It'll be tight, but hopefully Liverpool will win anyway. Тем временем в пограничной службе Украины рапортуют, что за первые три месяца этого года Одесский аэропорт принял уже около 300 тысяч человек, не прошли пограничный контроль, всего 150. Чаще всего проблемы возникают из-за поддельных документов. Также пограничники напомнили о разрешениях, которые нужны для детей от второго родителя. Труднощі бувають лише при виїзді громадян України з дітьми неповнолітніми, які виїжджають без другого з батьків. Деякі батьки забувають взяти нотаріально завірену згоду другого з батьків або необхідні документи, котрі дозволяють виїзд за межі України даних дітей.